И в заключение концерта выступает Спирин Терентий. Гендель Пассакалия, соль минор. Даже немножко маловато. Но мы могли бы вам еще и больше. Мы бы еще посидели. Ну, в следующий раз мы побольше сделаем. Просто уж устали. Некоторые сегодня уже сдавали с утра, поэтому уже, конечно, мне их жалко. Вот. Так что приходите к нам на концерты. Я еще вот что хочу вам сказать. У нас в филармонии есть замечательные абонементы для ребят. Есть 11-й абонемент по ступенькам музыкальных знаний, Саша ходит. Есть органы, азбука, это специальный абонемент об органе консерватории. Они уже сейчас начали продаваться. Но если вы захотите пойти, лучше сейчас купить, потому что дальше там их раскупают быстро, и они все с местами сейчас, и остаются уже места отдаленные, уже далеко, там уже на галерке, там уже не очень хорошо. И видно, и слышно. Поэтому если кто-то хочет, кто вот любит эту музыку, и вообще, конечно, все должны сходить туда, потому что это концерты такой эмоциональной, яркой форме подается, такой любознательной. Там ребята участвуют в этом самом процессе, интересно, там и сказки, там симфонический оркестр, разные инструменты показывают. То есть, в общем, я советую вам сходить на эти абонементы, у кого есть время, это абонементные концерты по воскресеньям.
их всего 5 в течение года. Так что это для вас не будет особо затруднительно. Ну вот, теперь на том все, я думаю. Я хочу вас всех поблагодарить за ваших детей, за ваш труд, за ваше неравнодушие, что вы вкладываете своих детей. Это сейчас особо важно в наше такое время бурлящее. Те, кто учился в музыкальной школе, они будут особенными людьми. Может быть, они даже не всегда будут играть на инструментах. Сейчас время такое, знаете как. Но вот сама атмосфера школы, сам менталитет, избранные дети, которые учатся здесь, и потом все-таки индивидуальные занятия с преподавателем, это дорого стоит. Одно дело, когда преподаватель занимается в школе там 25-30 детей, а когда у нас прямой контакт с ребенком, иногда я даже знаю то, чего родители не подозревают. Вот они делятся. Вот, то есть, и вот у нас здесь тоже такая же работа идет, и воспитательная, здесь и нравственные какие-то качества мы пытаемся воспитывать, да, и на эмоциональную сферу воздействовать. Всякое бывало. Музыкальная школа очень помогала и всегда будет помогать в этом. Ну вот, сейчас я вас еще раз очень хочу поздравить с замечательным окончанием. Все закончили хорошо, все, я всеми очень довольна. Конечно, всем отдохнуть, набраться сил, а на следующий год, я думаю, что должно быть все хорошо. Еще лучше. Да, но говорят, что еще какой-то вирус движется. Нам хватит вирусов и... Самое плохое – это Украина. Россию, а вирус – это мелочи. Россию просто так не возьмешь. Да, нас просто не возьмешь. Поэтому мы будем сражаться. Значит, надо, значит, маски надели, вы через все прошли, да? Так что нас уже, это, уже ничем не испугаешь и не удивишь. Так, теперь, значит, я на то прощаюсь, но первый класс сейчас останется. И мамы останутся прямо на 5-10 минут. И ребятки останутся, трое, потому что у них завтра концерт, и мы немножечко так обыграемся, вот еще раз. Такой последний выстрел, что называется, будет перед концертом. А что ты хочешь сказать? Я в пятницу, меня не перевести после 3 часов. Ну, ладно, я поняла, я созвонимся. И тебе. Все. Ну все, на том. Спасибо.